Под ракитовый кусток. Он утащит в лесок, тихо с пятки на носок. От несбывшейся мечты пули, пущенной в висок, от отчаянья и зла, от начальника козла, от заботы, от работы, от кошмарного сна. Придет серенький волчок и укусит за бочок, и утащит в лесок под ракитовый кусток. Лесок от несчастной любви, антител в крови, от роста цены, от измен, не попросит ничего взамен. Под кусток волчок усадит и подарит противоядие от войны, от сатаны и от рака последних стадий. Придет серенький волчок и укусит за бочок, и утащит в лесок под ракитовый кусток. Здравствуйте, мои дорогие. С вами передача «Лаврские встречи». Я ее ведущий, священник Анатолий Першин. У нас вновь в гостях Анна Ци. Здравствуйте. Да, ее муж Михаил и Иван Барабанчик. Наш друг. Как вы уже заметили, наша передача продолжается. Я вообще слушаю и думаю, как хорошо, что они приехали именно в Питер. Если бы были в Москве, Москва бы вас испортила бы. 100%. Она начала на вас влиять бы. И я не люблю там. Волчка бы там, вот эта песня не появилась бы в Москве, вот точно. В Москве совсем другая атмосфера, чем здесь. Но мы не будем, а то москвичи нас обидятся. Нет, в Москве хорошая атмосфера, но для нас это более подходит. Другая. Вот. Ну, а что, волчок, это же, можно сказать, раньше пугали детей. Значит, пугали детей, когда они не засыпали, и они, испугавшись, засыпали. А тут, получается, такой волчок, и он наоборот, спасает человека. А мне всегда казалось, что он хорошенький, он такой мохнатенький, пушистый волчочек, тебя возьмет, вообще в лесок ухватит. Еще унесет. Да? Ну, он больше не умеет же, у него же дома унесет, только зубами дома. Может. Ну, там под кустом-то не хуже ведь. А, то так есть в Москве. Ну, на природу. Не факт же, что там хуже, чем здесь. Там другая атмосфера, там, может, интересно будет. Ну, образ хороший получился. Я думаю, что есть даже место вот, для психологов. Угу. Вот это, поразбирать эту ситуацию с волчком. И отлично. Для современных детей. Угу. И для современных людей. В общем, я думаю, что многим можно даже эту песенку так переслушать. Это колыбельная для взрослых. Да. Угу. Но я что-то спать не хотел. Ну да. Вот.
Она цепляет, я прям даже не мог ее играть какое-то время. А мы сначала, мы когда ее сочинили, мы что-то плакали поначалу, да, когда ее слышали. Сейчас раз, уже перестали. А потому что она генетическая. Угу. И с новым смыслом. Да. Вот. И генетически ты ее понимаешь, что у тебя там она вылезает откуда-то. Угу. Ну, колыбельная. И вдруг и начинаешь прислушиваться к словам, а они вот касаются там твоей жизни, каких-то негативных моментов, позитивных. Ну, хорошо, молодцы. Вот. Так, так держать. Люди выросли, а волчок же, он не стареет, он тот же самый остался. Притом здесь вот этническое все, и все соблюдено, хорошо, русское. Вот, молодцы. А я когда тоже начинал в рок-клубе, я пытался вот эту линию, именно национальную русскую. Я люблю Мусоргского, Глинку. В общем, не хотелось мне такой а-ля рус, что-то вот, знаете, бывает, что-то притягивают за уши, и вот... А хотелось вот действительно что-то такое было, и я применял себя вот в своей музыке, в своей группе, элементы вот народной музыки, или хотя бы даже подачу такую, или частушечную, чтобы душа развернулась, потом свернулась, или какие-то такие моменты юродивости, да. А вот у вас, я тоже понимаю, только немножко так юродство. Ну вот в предыдущих группах у нас было, вот там на юродстве очень много было всего построено. Я тоже всегда старался, чтобы... Там песни были про Ивана Дураков. Мне казалось, что если ты к народной музыке обращаешься, по-русски сказать, то это как бы как вот эстафетная палочка. Ты же всех своих предков еще в их традиции и силу все через тебя начинает проходить. И это еще мощнее действует. Да. Вот. И, наверное, ну, потому что с детства слышишь это, и уже в мозгах все это записано, легче сочинять и потом воспроизводить. А потом вот, ну, я всегда меня удивляло, мне ребята, еще которые моложе меня, оставили группы, например, группа из Испании там, или группа из Японии, они ничем не отличаются вообще. То есть новая музыка, но это же больше как звуковой инжиниринг, как какой-то так называемый пост-рок. Там даже нет вокалов, уже нет даже голосов. И вот они играют абсолютно никакой принадлежности даже нельзя. Мне кажется, вот это упущение. Потому что музыка такая все-таки эмоциональная штука, и ее можно раскачивать вот этими народными... всеми. Это же оттесанные уже, это же оттесанные приемы веками. Я, кстати, тоже применял. Вот у меня песня есть, ну, в общем, колыбельная тоже у меня есть. Но она такая, я ее на рок-сцене исполняю. Один. Отлично. Лежу раздавленный грехом. Ну, играя. И там у меня вставлена колыбельная. Она как бы тема. У меня несколько тем идет. Такой, как у меня маленький мюзикл песня. И он потом... Когда мы передачу закончим, я вам спою. Или, может, вы слышали... Вот я просто спою такой кусочек. Спи, сыночек, засыпай. Баю-баю-баю-бай. Спи, сыночек, засыпай. Баю-баю-баю-бай. И часы пошли. Расскажу тебе. И пошел это рассказ. Это психоделичненько же очень. Это интересно. Но это еще из тех времен, когда люди именно играли музыку. А сейчас на компьютере просто склеивают ее быстро. И поэтому нет таких вот... Ну, это у меня остаточные вот эти явления. У меня все, мне просто сейчас некогда этим вот углубиться и сесть вот конкретно. Хочется написать мюзикл такой, вот, ну, чтобы он был мюзикл почему-то. Ну, как судьба человека. Чтобы там в ней прослеживалось. Как он растет... Вы же тоже сейчас в определенном, да, стадии. Вот, значит, как у меня сын Димка, он сначала какие-то у него такие штаны были, значит, здесь у него, значит, до колена здесь шапка вот назад. Угу. Это он там какому-то Децлу там. Потом у него появились шипы, значит. Он стал бриться, здесь выбривать, значит. А потом постепенно он женился, ребенок появился, ему надо работать, и он превратился в нормального человека. Он прошел разные стадии. Может быть, это в современной музыке, в музыке тоже такое бывает, как бы взросление. Да, и да. Более серьезные темы, более какие-то другой взгляд. Хочется что-то фундаментальное уже, хочется какое-то сделать тематическое, взять какую-то, не знаю, оперу, не оперу, какую-то форму взять. И может быть, вы к этому тоже придете. Может это быть, же да. На самом деле ваша музыка, она со зрительными образами. Правильно же? Она яркая. То есть ее слушаешь, и у тебя возникают образы.
Образы этих коммуналок, вот этого асфальта, образ всегда есть, волчок, это все, хоть мультфильмы снимай, хоть что-то. Ой, да. То есть, дай бог, чтобы это все развивалось. Я думаю, что еще хорошо бы, ну, оно, я думаю, так оно и происходит, ваше духовное состояние, значит, у нас вот, вот опять я возвращаюсь к передаче с Петром Яковлевичем Золотенковым, мы с ним говорили о том, что вот там были ребята в те годы, они открытые были, они чистые, они, у них был поиск, а сейчас у нас храмы открылись, вот, а дух еще не выращен. Да, и да. очень много упустили молодежи, которые особенно смотрят на Запад или еще куда-то, и оттуда культура влияет оттуда. Ну потом родители же не приучали, родители, нельзя да. же было это все. Давайте свалим сейчас на родителей. Ну, но, не знаю. Ну, ну да, конечно. Это же в семье все, да? Это же как бы должно быть это несколько берется за ручку поколений, и как-то пошел. Да, культивироваться все это. Вот, дело. Ну, нам надо, на нас сейчас ответственность, на нас. Вот это вот, то, что к корням, это обязательно. То, что мы утеряли. Мы с какого-то момента сбились с пути, целого народа. И пошли прямо в другую сторону. А кто восполнит эту пустоту? Пустота-то осталась. И духовная пустота. Ее пытаются подменить другими и культурами, ну, чтобы управлять народом. Вот как раз с Мишей тоже говорили про интернет, значит, и про массовую культуру, как это может... С одной стороны, можно и собрать там народ на концерт, а с другой стороны, там тут много опасных ловушек. Вот. Тоже об этом, может, поговорим. Ну, давайте вы еще что-нибудь споете? Про надежду? Да, про надежду. Надежда? Про это надежду. Что? Это, ну, расскажите немножко. Анна, расскажи. Слова. Про надежду песня называется. Надежда — это кто, имя? Нет, это Надежда. Наш компас земной? Которая сестра веры и любви. Да? Без нее очень плохо. Без надежды. Ну, без надежды. Без надежды. Там все, все будет по тексту понятно. Ну, давай. Тяжело без нее, в общем. Посмотрим. Обессмысленные признания, неисполненные желания, не оплачен кредит доверия, закрываю последние двери я. Не шагнуть назад, не взглянуть вперед, один забирает, другой дает. Вперед оплачено за газ и за свет, но всегда наступает момент, когда за неуплату отключают надежду. А без надежды ты как прежде, без брони и без одежды, без пощады и прикрытия, отдаешься на вскрытие. Без кожи, без крыши, ни выше, ни ниже, под наркозом, под рентгеном, прозрачные вены. У тебя остановка сердца, от себя никуда не деться, не забыться, не переодеться, не оттаять и не согреться. Но пить будем, мы гулять будем, а смерть придет, помирать будем. Да не сегодня же и не завтра же, а как-нибудь попозже. Ведь без надежды ты как прежде, без брони и без одежды, без пощады и прикрытия, отдаешься на вскрытие. Без кожи, без крыши, ни выше, ни ниже, под наркозом, под рентгеном, прозрачные вены. Без матушки, да без...
сиротинушки, да без матушки, да без батюшки, одинёшеньки, сиротинушки. Спасибо. Да, ну, бывает, знаете, что бывает, хочется иногда помолчать после песни. Что песня еще действует, она еще звучит и задевает какие-то струны в душе, и хочется посидеть, переосознать. Вот, ну, ваша музыка действует, слова действуют. Я думаю, что если вы будете держаться, друг друга расти, то вот, ну, я думаю, что все будет... Все будет хорошо, вы будете проходить разные этапы. Вот, посмотрите, перед вами сидит такой же человек, который приехал сюда 30 лет назад. И вот я сижу перед вами, я не смеялся бы очень долго, как я обычно говорю, что я бы смеялся, если бы мне сказали, что я буду священником. Но у меня были и амбиции, я тоже пробивался и на сцену, и выступал, и был, и уровень был серьезный. Но потом Господь меня вот так привел через испытания, через страдания, mm-hmm. через лишения, через болезни. Вот я сделал выбор такой. Ну, на самом деле, мне кажется, что на небесах наша жизнь расписана, нас призвали. Mm-hmm. И вот когда мы не выполняем то, что нам предписали, вот трагедия где. Yeah. Если Ане нужно петь, и она поет, и она счастлива. Там, ну, разные бывают, может быть, что-то там недопонимают или что-то еще. Но это все процесс, это живая жизнь. Вот, а если когда человек не своим делом занимается или еще что-то, вот, не дай бог. Да, я вот хотел тоже спеть, не вынесла душа поэта. Вот, я хочу спеть песню тоже из рок-клубовскую свою. Но я выбрал потише. Такую. Вот, чтобы не шокировать никого. У меня были... Я недавно, значит, во-первых, обнаружил фильм «Рок на красном коне». Вот, я в американском фильме снимался. Вот. Ну, там переезжал американский миллионер, снимал группы. И он мою группу выбрал как бы... О, мы посмотрим там, обязательно вот, его. Ну, там кусочки, там что-то вырезано. Ну, и... Ну, споем. Подыграйте, может, в ля-мажоре. Было поздно, где-то пели, кто-то плакал без надрыва. Слава Богу, все успели, скоро будет край обрыва. Осознали, жили сложно, жили ночью, жили вечно, и отнюдь неосторожно, а беспечно. Оправдывать умели, так хотелось быть слепыми. Много пили, мало ели, разговорами пустыми разгоняли безысходность и тоску, что в ночь врывалась. Что нам делать оставалось? Что нам делать оставалось?
нам делать оставалось? Что нам делать оставалось? Что нам делать оставалось? Что нам делать оставалось? О, получается. Может быть, как-нибудь совместно где-нибудь выступим. Давайте. Да? Да. Меня часто приглашают. Вот. Здорово. Что у нас там дальше? Что у нас дальше? Дальше песня, наверное, ваша, да? Нет, это не ваша. Время утекает, как песок сквозь пальцы. Все время жалею, когда встречаюсь с хорошими, талантливыми людьми, по-доброму, и жалко, что передача такая маленькая. Ну хорошего понемножку. Да? А песня не наша будет, песня кавер группы «Аукцион», которую мы очень любим. Они нам разрешили, нам Горкуша разрешил. Да. А вы знаете, сейчас он центр строит, да? Да, да? Мы в курсе, конечно. Я там сейчас переговоры тоже веду насчет своих концертов. Ну, давайте, давайте, песню. Летел это я, не соберу, летел это я, больше не тает, завтра я еще не умру, но кто его знает, завтра это. Летел, горел, был высоко, летел, горел, перетекает, завтра это так далеко, что кто его знает, завтра это. Она так ждет и не туда, и не сюда, и не туда, и не сюда. Она так ждет и не туда, и не сюда, и не туда, и не сюда. Она так ждет и не туда, и не сюда, и не туда, и не сюда. Летела, горела. Человек предполагает, а Господь располагает. Неисповедимый путь. Ну, да, заставляет задуматься. Еще думаешь, о чем бы тебе задуматься? Мысли сами лезут в голову. Да. Комары и мысли надо мной повисли. Точно. А у меня еще стихотворение было. На односпальной сковородке, всю ночь ворочаясь, как блин, забывшись в творческой чесотке, лежал поэт совсем один. А так планы. Вы записали диск, да? Записали диск. Как он называется? Ничего личного, у нас альбом. Ничего личного. Очень скромное название. Мы еще сейчас записываем. И клип у вас есть. Тоже ничего личного, да? Да. Видал, я видал. Как? Мне понравилось, честно признаться. Ну, весело там было. Тоже, опять же, я, знаете, я люблю Сию, допустим, певица.
Угу. Вот у него канделябра есть, у него такая, знаете, произведение про канделябра. И там девочка мечется по комнатам, такая акробатка девочка. Я видел, по-моему, клип. Ты видел? Да, это вот душа человеческая, как бы она... Угу. Вот я смотрю на нее, и вижу, как душа мечется вот в этих коммуналках, в этих закрытых помещениях. И она пытается вырваться наружу. Угу. Я думаю, что в вашей музыке такое-то есть, вот какой-то прорыв на большое пространство. Угу. Это как душа, она как в стеснении находится. И она вырывается сквозь асфальт, сквозь эти стены, сквозь бетон, на свободу. Эти стада, они заставляют задумываться, поэтому, может быть, нас и не везде берут, но вот у вас, мне кажется, самое нам место, потому что, религия же для того, чтобы люди задумывались и не просто неслись вот так. Что вот. Что такое религия? Возврат. Да. Кольцо. Соединение. Лига. Воссоединение с Богом. Религия. Да. То есть мы, как блудные дети, возвращаемся к своему отцу. Вот так вот. Да. Вообще такой свой жизненный путь надо так расценить, правильно же? Угу. Мы немножко заблудились, заумствовались, начитались, ничего не нужно, смотрелись, думали, что это наше. А потом все, конечно, все лишнее отпадает, и остается правда, остается любовь, вера, надежда. Самое, все настоящее остается. Но кто как, кто-то настолько во лжи погружается и живет в этой лжи, и думает, что это правда. Угу. Вот наше дело, конечно... пробиться к Богу, к свету. Вот у нас свеча горит на столе. Как человеческая жизнь, да? Угу. Как вот вера. Мне кажется, свеча — это как вера. Да. Она дает тепло и свет. Угу. А сама сгорает. Так и человеческая жизнь должна быть. Ну. Греть. И она создает атмосферу. Ну вот, и все. Анна Ци. И соратники. И соратники. Миша, ее муж, и Иван, которому не давали сегодня слово. Не давали. Но в следующий раз ему микрофон. Вы, когда вы напишите еще один альбом. Мы отдельно? Да. Ну что ты будешь делать это отдельно? Подыгрывай, играй просто на барабан. Был рад с вами встретиться вот в такой атмосфере. Так-то в жизни некогда. Сегодня, когда бежишь, вот так вот посидеть, у меня здесь прекрасная возможность. Да. Вот камин, свечка. А что-то так быстро время прошло. А? Мне кажется, что очень быстро время прошло. Да, уже. Дорогие мои, на этом наша передача заканчивается. Боже всем помощи, ангела-хранителя и всего самого лучшего, доброго. До свидания. До свидания. До свидания.